Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь, чтобы выходные никогда не заканчивались. О, вижу, пацаны уже сделали заказ. Там стоит папа длинные ноги и мама длинные ноги. Совсем скоро нам заплатят 10 миллионов долларов. Это круто. Так, не понял, это что за новая охрана еще такая, блин? Вы кто такие? Вы новые охранники? Пропустите меня, я здесь самый главный. Я самый главный ученый этого лаборатории, этого комплекса. В смысле не пропустите? Слышь ты, усатый, блин, я здесь самый главный. Я самый главный умный ученый. Мы сделаем здесь монстров. У нас сегодня запланирована битва. Папа длинные ноги и мама длинные ноги. Не понял, как ты меня не пропустишь? Ё-моё, я сейчас позвоню доктору Бобби. И придет доктор Андрей. И тогда ты будешь говорить другим языком. Понял, волосатый, блин? Все, ладно, у меня нет терпения больше. Сейчас я позвоню, блин. Так, Бобби. Сейчас я позвоню, вон они там бегают. Алло, да. Алло, Бобби, алло, блин. Да. Алло. Я не понял, вы что, охрану какую-то новую наняли? Меня не пропускают. Ну, какая охрана? Крутая, сильная. Ага, какие-то головорезы, блин. Скажи им, чтобы они меня пропустили, блин. Я вижу, вы там что-то бегаете. Подойдите, встретьте меня, блин. Слышь, Андрюх, подойди, надо встретить лысого. Не можешь пройти, блин, там охранники меня пропускают. Все, давайте, блин. Вон, пусть Андрюха подойдет. Во, блин, Андрюха, спасибо. Салам алейкум, братишки, Федор Кочегар, пропустите его, это самый главный, если что, мы забыли вам сказать. Ага, блин, наняли, я не могу, блин, приехать к вам в лабораторию, у нас вообще-то сегодня битва, у нас все готово? Да, все готово, шеф, давай за мной, только ты это, но... не кучеряво, базарь. Ага, блин, каких-то наняли головорезов, откуда у вас вообще деньги на новую охрану, блин? Ну вот, сколько осталось, столько и потратили, вот видишь, кого наняли, реально головорезов опасных. Все в проект ушло. Короче, слушайте, парни, мне звонил заказчик, вот, кто заказал этих монстров. Он говорит, что ему нужны самые сильные монстры, а еще ему нужно узнать, кто сильнее, мама длинные ноги или папа длинные ноги. Поэтому сегодня, как планировали, надо будет сделать битву нам. Ага, хорошо, только сначала нужно это, на цифры посмотреть, сухие анализы сделать, тыры-пыры. Но это, немного времени займет. Так, подождите, ну мама длинные ноги офигенная, бабян, получилось. Ну да, согласен. А вот и папа длинные ноги, ё-моё, жестко. Так, Андрюх, давай с тобой пойдем в компьютеры, посмотрим все данные. Бабян, посторожи монстров пока. Ага. Так, давай, Андрюха, ну что, докладывай, какие у них вообще показатели, там, ДНК, IQ? Ну, вообще у них в целом все в норме, на самом деле, шеф, давайте подойдем к компьютерам, посмотрим все сами, взглянем. Ага, а дерино-тукликериновая кислота у них как? Ну, нормально, они все, инъекции сделал, нормально, по кайфу, должны реагировать, все нормально. Ага, я надеюсь, IQ у них больше, чем у Бобяна? Ну конечно, ё-мо, мы же специально все сделали, чтобы он был умнее бобян и умнее этого арбуза. Так, смотрите, график у нас понижающая активность, здесь повышающая агрессия. Нормально, слушай, тут все. Здесь у нас получается XYZ, тут ДЕЛЬТА-Y, а? Мне кажется, они ругаются. Мужики, блин, слышите? Ругаются? Они, короче, это я видел сейчас, вот то, Андрюх меня, блин, перебил. Но? Они, короче, между собой ругались. Ну-ка, давайте послушаем, что там. Дорогая, я купил тебе розы. Любимая моя мама длинные ноги. Знаешь, сколько? Я не знаю, сколько, мне все равно. Ведь розы гибнут на газонах, а ты погибнешь. Как дурак. Не понял, почему я дурак? Я купил тебе 101 розу, дорогая. Ты знаешь, сколько это стоило? Ага. Ну, блин, а вообще-то Светке со второго подъезда муж подарил 2002 розы, блин. Неправда, у него там было меньше, он солгал ей. Ага, ты вообще, ты не мой муж, ты с чего это взял, ты это придумал, ты монстр, папа длинные ноги, а я мама длинные ноги. Я не понял, дорогая, ты чего меня обманываешь и обзываешь, мы сейчас с тобой подеремся. Ну да. Мы не муж и жена, дурлей! Да, сейчас, что-то мне не дает подраться. Слышите, мужики, вы держите их, блин, они сейчас подерутся. Это, конечно, здорово, это нам на руку, но вы держите их, чтобы они не сорвались. У нас все готово к битве.
Ну вообще все готово, они под контролем на самом деле, шеф, можете не переживать. Ну и собственно говоря, вы сами все видели, они настроены против друг друга на самом деле, реально. Но у нас не все готово, давайте расчистим поляну, уведем отсюда лишних зрителей, чтоб никто не знал, чем мы тут занимаемся, и пусть подерутся. Хорошо. Ну что ж, ребятки, всем здорова, с вами по-прежнему Оверфони и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Гаррис Мод. Всем хай, абобусы! Здорово, чуваки! Ну что ж, друзья, сегодня у нас будет прикольный видосик. Сегодня мы с пацанами будем тестировать маму Хагиваги против папы Хагиваги. Сегодня два этих опасных монстра из Poppy Playtime будут драться. У нас будет эпичная битва опасных монстров. Также, друзья, смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, ведь у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с пацанами будет безумно приятно. И также, друзья, напишите в комментариях ваши ставочки. Как вы думаете, кто победит в сегодняшней битве? Папа Длинные Ноги или мама? Длинные ноги. И мы посмотрим, друзья, кто из вас угадает, а кто нет. Парни, кстати, как вы думаете, кто победит? Андрюх, ты как думаешь? Мне кажется, что мама Длинные Ноги выиграет. Ага, Бобян, а ты как думаешь? Я тоже так думаю. Блин, парни, ну а я поставлю на папу Длинные Ноги, потому на что мужчину. Мне кажется, он как-то, блин, посерьезнее, поэпичнее. Хотя мама Длинные Ноги, друзья, тоже очень опасный и страшный монстр. Ну что, ребят, мы надеемся, вы написали в комментариях свои ставочки. Пацаны тоже написали, сказали свои ставочки. Ну и, в принципе, мы можем, парни, начинать. Давайте. 3, 2, 1. Битва пошла, ох, друзья. Опа, нифига, мы топаем. Дыми, дыми. Ё-моё, вот это битва. Вот это суета, друзья. Нифига он рукой. Туда, на, сверху. На. Куда, куда? Я просто пнул. Нифига себе, он ее просто пнул. Офигеть. А как так? Парни, а у нас папа Длинные Ноги побеждает, друзья. И оказывается, папа Длинные Ноги гораздо сильнее мамы Длинные Ноги. Ну-ка, парни, надо узнать, сколько нужно мам Длинные Ноги для того, чтобы уничтожить одного папу Длинные Ноги. Интересно, ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас пошлите, посмотрим. Парни, он убегает, он сбегает. Ловите. Мужики, шеф, мы встали. Ё-моё. Сколько мы провалялись, давай. Слышите? Мы, блин, здесь провалялись вечность. Мужики, мы до ночи провалялись. Он сбежал, этот папа Длинные Ноги. Бобян, ты ему в задний проход вставил GPS? Ну, конечно. А ну, давай посмотрим, где он. Иди, смотри. Погнали. Быстрее. Нам нужно поймать папа Длинные Ноги, друзья. Он сбежал, блин, из нашей лаборатории. Так, а ну, блин. Так, ну-ка, где он? Смотрим. Так, не в Азербайджане. Ага. Не тут, не тут. Блин, в Турции, что ли, находится? Да нет. Да в какой нет, Турции? Нет. Не в Турции. Координаты просто скажи, ага, блин, и все, ага, в GPS попьем. По иксу пишите? Да-да, пишем по иксу. 228. 228. Игрек пишите? Игрек пишем. Игрек. 1337. 1337. Игрек пишите? Игрек пишем. Подожди, икс, игрек, зет. Бобби, быстрее, время. 7331. Написали? 7331. Все, 228, 1337, 731. Погнали, Бобян, все, быстрее вперед, в машину. Арбуз возьмем еще. Да, бери арбуз, погнали. Сейчас оружие это... есть, парни? Конечно есть. Есть, все нормально, блин. Сейчас о, поймаем хорош. Папу Длинные Ноги, я блин. Я рулить. Давай, давай, погнали. И охранники, Бобян, все разбежались, ё-моё. Андрюха, ты пешком, за нами беги. В смысле? Арбуз возьми, арбуз, давай, не забудь. Давай, арбуз, арбуз по дороге. Все, арбуз бери, он там я сзади. Я его потерял. Все, да. Поехали. Он на заднем проходе. Погнали. Ну это где-то здесь, блин. Андрюха, ты как там? Да вот, еле... Догнал вас, ёма, арбуз зачем вас отобрал? Ну перекусите быстрее, блин. Оп, я поехал, ага. Похавал. Ой, блин, я штачку случайно сел. Ладно, где-то ага. Здесь, пацаны, он должен быть, этот папа Длинные Ноги. Он уже кого-то убил. Блин, вон он был, вот он. Слышите, узбагаином да, да. Его, это специальные ампулы, чтобы успокоить монстра. Давайте узбагаином его. Давайте. Попробуем, может, сработает, он успокоится, а? Вот, я стреляю, может, надо ослабить его. Сначала ослабим, капец. Мужики. Ё-моё. Работаем, дядь Дим. Нифига, ослабляй он там его, с ума сходит, пацаны. Вот ай, это, блин. Он меня пинает. Вау, я дом сломал. Ё-моё. Давай, стреляй по нему. Давай. А мне его ослаблять или нет? Ослабляем и будем узбагаином. Два патрона. Успокаиваем давайте наверх попробуем, мужики, там безопаснее. Блин, давайте наверх, парни. Что-то он капец жесткий. Веду его наверх. Давай, шеф, веди, осторожней. Тут он не дает мне подняться, парни. Не дает подняться. Давай, поднимайся. Отойди, вот, все, залез.
Давай, стреляй по нему, парни! Все, сейчас снова... Огонь! Сейчас огонь мы его поймаем! Как он смеет убегать из нашей лаборатории? Это наш монстр, мы его придумали, блин! Все, он пройти поход не может. Все, давайте узбагаином стреляем. Все, в голову ему, в глаза, блин, вообще везде, ага. В рот, блин, в ноги. Все, закинули, походу успокоился, Бобян, срочно данные снимай с него. Данные снимаю. Снимай данные, блин, все, парни, успокоили, теперь есть вопросик, пацаны. Какой вопросик? Вот мы его успокоили, вот мы его поймали, как нам его обратно в нашу базу затащить, а? Ну я не знаю, может на вертолетах попробуем как-то. На вертолетах, а может Бобян его под руки и под ноги возьмет да понесет? Ну давайте. Ну, давай. Сможешь так, Бобян? Ну постараюсь. Ну давай так и сделаем. Все, бери его тогда и погнали возвращаться в лабораторию. Сейчас, друзья, будем смотреть, сколько нужно мамы длинные ноги для того, чтобы убить одного папу длинные ноги, потому что в прошлой битве у нас победил папа. Что там? А зачем дом сломал? Да по приколу, погнали! Там люди жили. Ничего страшного. Бобян, догоняй. Догоняю. Все, поехали. Ну давай, Бобянчик, неси, у нас уже все готово. Да очень тяжело, мужики, могли бы и помочь. Оставляй. Ну что, друзья, сейчас у нас будет битва. Две мамы длинные ноги против одного папы длинные ноги. Напишите в комментариях, как вы думаете, две мамы длинные ноги справятся с одним папой длинные ноги или нет? Потому что папа длинные ноги, как мы выяснили, очень опасный. Он уже уничтожил одну маму длинные ноги, это было жестко. Но я думаю, парни, что с двумя он тоже должен справиться. А мне кажется, что нет. Не справится? Мне кажется, справится. А ты, Бобян, как думаешь? Да, конечно, справится, мужики. Ну вы чего? Две мамы длинные ноги против одного папы длинные ноги. Ну давайте посмотрим. Ну что, друзья, наша вторая битва начинается. Два против одного. Поехали. 3, 2, 1. Пошла жара уже. Нифига, он слева, справа, парень. Смотрите, блин, тупо дочку прописывает. Ну да, на! Вот так вот, пинками. Нифига себе, друзья, уже вообще лютая драка, лютый замес, парни, нифига себе. Туда его! Одну убил, парни, осталась еще одна. Вторую! Он добил! Вот вам, друзья, и папа длинные ноги. Даже две мамы длинные ноги не могут справиться с ним одним. Он очень опасный. Ну что, парни, повышаем ставочки. Давайте, 3 мамы длинные ноги. Ну давай. Ну что, ребятки, теперь у нас 3 мамы длинные ноги против одного папы длинные ноги. И сейчас мы узнаем, смогут ли они его одолеть. Ну что, реально, друзья, ставки реально жестко повышены. 3 мамы длинные ноги и 1 папа длинные ноги. Вот это да. И знаете, что, парни, мне кажется? Да. Мне кажется, что и в этот раз папа длинные ноги всех убьет. Ну не, я так не думаю. Ты думаешь, так мама? И должно быть. Ага. Я думаю, да, 3-3 победят. Ну ладно, давайте сейчас узнаем, друзья. Пишите также ваши ставочки в комментариях, парни. Давайте отлетаем на безопасное расстояние. Ну и наша битва, друзья, начинается. 1, 2, 3. Вперёд! Пошла жара. Давайте, мамы, тащите. Вот он, друзья, папа длинные ноги. Вот он всех бьет. Ну смотрите, на ногой. Тихо, машину уберите. На ногой, нифига себе, друзья. Вот он, одну убил уже, парни. В смысле? Одну уже зафигарил, друзья. Сейчас посмотрим. Так, вторую. Начинается. Сейчас еще и третью, ребят, зафигарит. Он ее уже пнул. Ну, неужели, друзья? Один на один. Неужели, ребят, 1-1. Папа длинные ноги против мамы длинные ноги. Кто кого одолеет? Кто кого убьет? Кто кого победит? Кто? Ой, я говорил! Туда его! Нифига себе, друзья! Ну, теперь мы знаем, для того, чтобы уничтожить папу длинные ноги, нужно 3 мамы длинные ноги. Именно 3 мамы длинные ноги могут убить одного папу длинные ноги. Это невероятно круто! Ну что, друзья, вот такие результаты у нас получились, вот такие битвы. Как вы поняли, папаша у нас очень сильный. Ну что? Ну, парни, я предлагаю теперь... А по ты как кайфу, рулишь? Да? Нифига себе. Я не знаю. Силы мысли, походу. Как Андрюха едет. Нифига себе. Вот это жестко. Ну ладно, парни, погнали, устроим настоящее безумие. Вперед. Вы только посмотрите, друзья, что мы для вас приготовили. У нас огромное количество мама длинные ноги и всего лишь, друзья, 4 папы длинные ноги. Это будет лютая заруба. У нас огромные монстры. Вы посмотрите, они стали еще больше. Я вот такой маленький, блин, по сравнению с ними. Микроче.
телек. И они супер гигантские, это значит, что они супер мощные, и битва у них, друзья, будет тоже мега супер мощная. Вот, Бабиан, как ты думаешь, кто победит в этой лютой битве? Ну, конечно же, мама длинные ноги. Мама длинные ноги, а ты, Андрюха, как думаешь? Я так же думаю, на самом деле, шеф. Ё-моё, а я думаю, блин, папа длинные ноги, друзья, в этой лютой зарубе победит. Сейчас мы посмотрим, друзья. А ну. Ну что, надеюсь, все готовы. Надеюсь, друзья, вы тоже написали в комментариях, как вы думаете, кто победит в этой адской битве. Ну что, парни, давайте. 3, 2, 1. Погнали. Прёт. Вау, сразу кучками, смотрите, на кучке разошлись, друзья, наши монстры, ага. Кучкуются, и битва идет у нас, кучкуются, запинаются. Не за жизнь, а на смерть, ничего себе, друзья, ну пока что еще никто не умер, пока что еще все нормально, ребят. Ага. Ничего себе. Что тут происходит, спецэффекты? Вау, мама длинные ноги убила одного папу длинные ноги, у нас осталось два папы длинные ноги, что? Один остался, остался один папа длинные ноги, они вообще никого не убили. Ну, все, не жить. Что? Почему? Да. Почему, друзья? Во-во-во, пошел. Так, круши. Смотрите, вот эти титаны. Только двоих, походу. Ребята, немножко, конечно, они побили, но мамы длинные ноги победили в этой битве. Ну что, Андрюх, запускай пап. Много. Капец. Вообще прям очень много давай их. И посмотрим, друзья, что будет. Но в этой безумной битве, друзья, у нас победили мамы длинные ноги. Они взяли количеством и загасили. Ну вот, добавили мы, друзья, еще пап длинные ноги. Включаем и смотрим, ребят. Реванш, смотрите. Добавляем и смотрим. Безумие продолжается, друзья. Безумие идет. Вот так вот. Они пинают, откидывают. Вау! Ничего себе, а папы наверстывают упущенные, парни. Капец, у них длинные руки, длинные ноги. Вот это да, друзья. Эй, куда разошлись? Вот это лютый жесткач. Вот это лютый просто вообще. Давай, пошла отсюда. Вы видели, как он их просто отпинывает? А кого бьют вот эти, блин, две? О, развернулись, неужели, друзья? Били воздух, блин. Что-то стояли, блин, в меня прям полетело, пацаны. Осторожно, шеф. Очень страшно, блин. Во, и последняя, друзья, мама длинной ноги осталась. Ну, это лютое безумие, друзья, это лютый угар. Ну, просто пендаля. На в голову, на в ухо. Туда, на еще в ухо. Вот это да. Ну что, друзья, наверное, такой забавной ноте мы и закончим наш сегодняшний ролик. Мы с парнями надеемся, что такие битвы вам понравились. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. Пишите, что нам еще такого интересного позаписывать в Гаррис Моде, а также в других играх. Ну а на этом у нас все. С вами сегодня были, конечно, как всегда, Овер, Фони и Бобби. Всем большое спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Алло, чуваки.